Této skupině se představí reprezentant Lotyšska. First is in this group, representing Latvia, Denis Vasiljevs. Денис Васильев, прекрасно знающий, что такое тренироваться у тренеров российской школы. Не так давно Денис занимался под руководством Алексея Урманова на олимпийской базе в Сочи. Сейчас Денис Васильев тренируется в Швейцарии вместе со Стефаном Ламбьерем. И вон он, Ламбьель, любимец всего мира, стоит у бортика. Времена года. Антонио Вивальди. Начало, прямо скажем, совсем не выдающееся. Начинает с бабочки. Мастерство. Мастерство. Молодец, Ламбьель. Молодец. А большую работу с ним сделал. А фигурист? Он неузнаваемый. Он настоящий фигурист.
Ему осталось выучить четверные, и он прекрасный фигурист. Все очень интересно, очень интересно. Просто браво. Просто браво. Программа фантастическая. Тончайшая. Люди начинают вставать. Без четверного, конечно. Без четверного, с бабочкой вначале. С бабочкой вначале, дальше. Просто какая-то дотягивается до каких-то была струн каждой души. В струнке все прыжки, все как будто вообще вышивал все. Все вышивал ногами, телом. Все, изумительная дорожка, изумительные придумки в дорожке. Изумительные. Очень хороший фигурист. Будет, но нужно учить многооборотные прыжки. Конечно. Я думаю, что Ламбиль это понимает. Я поздравляю его с таким настоящим, в общем, боевым крещением. Потому что вот до этого соревнования это не выглядело так, как выглядит сегодня. Ну, наконец-то, значит, люди прогрессируют, значит, люди понимают, в каком направлении двигаться и идут туда. Нет, но он его просто... Он сделал из него фигуриста. Такого творческого человека, который слышит, понимает, умеет и очень тонко чувствует каждое движение звука и отражает это в коньке. Ну, все, конечно, и костюмы, и все, но художник, что говорить? Ламбиль художник. Да, не умеющий прыгать аксель, да и черт с ним. Ламбиль это не мешало. Ему это мешало, конечно, потому что... Выиграть мог бы с ним гораздо больше, понятно. Рассчитан, да. Но народная вот как любовь... Хорошо, вот он пошел в тренерскую работу, да? И он счастлив этой тренерской работой. Я все про Максима Транькова, и он бы мог быть счастлив. Надеемся. И мы могли бы счастливы быть. Вот он счастлив в этой тренерской работе. И делает какое-то свое, другое фигурное катание. Просто, просто супер. Сам тоже очень эмоционально рассуждает о собственной произвольной программе Денис Васильев. Высокие баллы загораются на табло. Очень высокая оценка за компоненты. Это лучший результат в карьере Стефан, Дениса. Стефан, дорогой, я поздравляю тебя. Я была твоей большой фанаткой. Буду фанаткой, сколько мне осталось твоих учеников. Морис Квиташвили по-прежнему первый. Он уже в шестерке европейского чемпионата. Thank you.